Теперь о событиях дня подробнее. Громкий хлопок разбудил сегодня несколько сотен жителей Ангарска. Причиной взрыва стала авария на газопроводе. Давление голубого топлива не выдержала труба, которая была проложена под землей. По счастливой случайности детонации газа удалось избежать. Сразу же после хлопка местные жители вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Чтобы устранить аварию, ремонтникам пришлось сбрасывать давление в трубопроводе. Из-за этого в микрорайоне несколько часов стоял стойкий запах газа. В свою очередь сотрудники ГИБДД перекрыли движение по ближайшей дороге. Ремонт поврежденного участка занял несколько часов. Все это время на месте ЧП дежурили все оперативные службы города. Причина находится колодец на проезжей части. Видимо, проезжала какая-то тяжелая машина, что-то сыграл где-то грунт. Ну, это же железо, оно имеет свойство ломаться, поэтому Бургас еще официальных причины этой аварийной ситуации нам не выдал, потому что занимается устранением.